Криштиану Роналду лично встретился со своим польским фанатом. Парень вышел из комы, представьте, когда услышал комментарий, что звезда Реала Мадрида забил гол. Было это еще в 2013 году. Давид Павлачич попал в аварию и несколько месяцев провел в коме. Врачи до сих пор не понимают, как он пришел в себя. Криштиану приехал к своему поклоннику в Польшу, устроил совместную фотосессию, потом пригласил его в Испанию, в вип-ложу на стадионе Сантьяго Бернабео. Именно там, в 2014 году, в Лиге чемпионов, Реал обыграл Дортмундскую Боруссию. Давид, как вы чувствуете? Как вы? Are you okay? Okay. Hello, Madrid. Hello, Madrid.